Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A03s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне настроить и вообще добавить защиту в виде лица. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки. В настройках выбираем пункт «Биометрия и безопасность». Распознавание лица. Вводим текущий рисунок или пароль, если у вас есть. Если у вас нету никакого пароля, здесь вас попросят создать новый пароль. После чего мы видим вот такое вот меню. Дальше здесь очень важная информация написана. Советую вам прочитать. Потому что, это довольно-таки важно, иначе, если вы не прочитаете, потом могут быть какие-то проблемы. И показываем свое лицо, вот здесь вот, в этом квадратике. Здесь выключаем обязательно, сейчас я вам покажу почему. Сейчас, когда я пытаюсь разблокировать телефон, он, как только увидел мое лицо, сразу разблокировался. А если будет стоять галочка вот здесь вот возле «Оставаться на экране блокировки», то экран, точнее телефон, был разблокирован, но мы еще остаемся на экране блокировки, и чтобы выйти с него, нужно дополнительно свайпнуть. Поэтому я всегда убираю здесь галочку. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!